Приветствую вас, дорогие друзья! Это мой заказ с iHerb. Всеми косметическими средствами я буду пользоваться сейчас осенью. И, соответственно, про вкусняшечки и какие-то товары с распродажи я сейчас вам обязательно тоже расскажу. И, как вы видите, все прекрасно упаковано. Доставка в iHerb очень старается правильно вот так вот упаковать каждую бутылочку, которая вдруг может каким-то образом потечь. А там помпа при нажатии выдавливается такой чуть желтоватый витамин С, когда еще есть все-таки немножечко солнца, и бывают теплые дни, и солнце довольно активно, и можно схватить пигментные пятна, кислотами я бы не советовала вам пользоваться, а вот такими антиоксидантами замечательно. Соответственно, мой витамин С уже один закончился, и сыворотка Q10 тоже, я так понимаю, недолго будет мне служить, потому что она мне очень нравится, я прям по много ее наношу на лицо и зону декольте. 3,142 грамма, тяжеленький такой, получила на него очень хорошие отзывы, вещь хорошая. Все эти средства чуть-чуть липковаты, и их обязательно нужно закрывать каким-то кремом. Что дают антиоксиданты? А витамин С и Q10 относятся к антиоксидантам, они дают прекрасный цвет лица в связи с тем, что борются со свободными радикалами. Как только закончится мой серум Коэнзим Q10, который я вам показывала в своем осеннем уходе, я сразу же начну использовать вот этот. Перекрывать этот серум я буду вот таким вот кремом с витамином Е. Здесь не очень большая дозировка, 12 тысяч. А это крем от компании Derma E. И весь мой зимний уход будет состоять, скорее всего, вот из этих именно средств. Я их уже тоже заказала. И потом обязательно с вами тоже поделюсь в своем ролике. Что делает этот крем? Витамин Е прекрасно обновляет кожу, подтягивает. Я уже рассказывала вам в своих лифтинг-находках аптечных, но там, естественно, очень мало концентрированный витамин Е. Здесь он в правильной форме, в правильной дозировке, которая не будет вызывать солнечные ожоги и пигментные пятна, что для меня очень важно, потому что у меня светлая кожа. Derma E с потрясающими составами, очень демократичные цены. Полулюкс такой, в районе от 600 до 1700 за разные баночки с разным, соответственно, составом. Посмотрите, пожалуйста, обязательно на iHerb, оставляю вам ссылочку полностью в описании к этому ролику. Название каждого средства тоже будет в описании к этому ролику. Нажмете на кнопочку «Еще» и откроется описание полное к ролику. Значит, это средство я обязательно сейчас буду использовать, буду добавлять свой осенний уход, когда станет чуть-чуть похолоднее. И думаю, что к зиме я его использую, буду пользоваться им на ночь, для того, чтобы избежать прямого контакта солнечных лучей в то время, пока он впитывается и наиболее активно действует в течение ночи. Пекногенол. Это пекногенол, это тоже антиоксидант. Это очень сильный подтягивающий, обновляющий компонент и также увлажняющий. Он дает потрясающий цвет лица. Как вы видите, это тоже компания Derma E. Это средство я также получила от своих хороших знакомых. Очень-очень положительный отзыв. Серум прекрасно впитывается, борется со свободными радикалами, подтягивает кожу, уплотняет кожу, делает красивый цвет лица. Его также можно использовать в любое время года. Соответственно, пока я не пользуюсь кислотами, я использую вот такие вот средства. Ну и стоимость. Стоимость многих вот таких вот косметических шедевров варьируется от 3000 и выше, друзья. Здесь же до 1500 даже не доходит, то есть 1000, что-то вот так в районе. Поэтому присмотритесь, пожалуйста, к этой компании, очень вам советую, особенно тем, кому действительно реально это очень нужно. Проведите, пожалуйста, антиоксидантный курс, пока сейчас еще нельзя пользоваться кислотами, ну, не рекомендовано врачами. Пользуйтесь, пожалуйста, с удовольствием вот такими вот вещами, очень вам советую. Оставляю вам скидочку 5% в описании к этому ролику на iHerb, можете вставить ее в конце своего заказа, в окошечко, и у вас будет гарантированная скидка всегда. Используйте, пожалуйста, ее. Я заказываю уже не первый раз. Это тоник с алоэ вера. Он потрясающе успокаивает, он натуральный. Это огромная бутылка, 355 мл. Это именно тоник, да? Это не лосьон, то есть это именно то, что тонизирует. Madre Labs – это индийская косметика, натуральная абсолютно. Это тоник с гамомелисом.
То есть здесь алоэ и гамомилис. Это замечательный успокаивающий тоник для тех, у кого постоянно раздраженная, красноватая, жирная может быть кожа, то есть склонная к раздражениям. Ну и для нормальной кожи это тоже спасение, потому что он не стягивает, легкая такая липкость остается естественно, потому что здесь очень много активных компонентов растительных, это всегда так бывает, но через некоторое время она проходит, либо вы закрываете кремом и никаких проблем. Зато у вас чистейшее лицо, суженные поры, успокоенные, красноты никакой нет. Ну и сами вы понимаете объем. На него сейчас огромная распродажа в iHerb. Очень советую вам зайти в товары по распродаже, предложения. Я там дневные предложения, вот такое вот что-то ищите. И там это стоит буквально копейки, 100 с небольшим рублей. То есть это сейчас большие очень распродажи. Успейте, пожалуйста, купить. Это замечательная вещь, я уже его пробовала, поэтому я очень вам рекомендую. Я переливаю его в маленькие такие бутылочки, которые просто ношу с собой и пшикаю в течение дня на лицо. И вот еще один товар от Madre Labs, тоже с распродажи. Exfoliant in Shop Rub с натуральными маслами цитруса. Очень сильное увлажнение и одновременно скрабирование. Стоило оно, вы не поверите, рублей 50 что ли в распродаже. То есть это вот такое временное предложение на несколько дней. Здесь 141 грамм, это вот такая тяжеленная плиточка. Вот как вы видите, она и состоит из таких маленьких-маленьких частичек. Да? Вот видите, в нее такие вкрапления натуральные. Это вот цветы, это фрукты. То есть это все то, что потом будет действительно хорошо очень скрабировать. Оно натурального цвета. Естественно, как я уже говорила, Madre Labs – это натуральная косметика. Как правило, она не крашена ничем. То, что это просто подарок мне такие мыльцы. Я очень-очень люблю, беру их с собой в сауну. И с удовольствием их использую до скраба, после скраба, вместо скраба. В общем, вещи очень натуральные, очень хорошие. И кожа такая после них, вы знаете, увлажненная. То есть практически не требуется потом даже ничего наносить на кожу. Мне очень нравится. Так, ну и тоже вот из серии распродажи, да, то есть благодаря тому, что я заказала Derma-E, сделали мне корзину, определенную сумму, и видите, я могла несколько таких вот товаров взять с распродажи, и у меня была бесплатная доставка, это вообще шикарно, я считаю. Это отборный красный чай. Давайте откроем с вами, мне для вас ничего не жалко. А чтобы вам показать, мы такой чай уже пробовали, это тоже с распродажи. И это не потому, что там какие-то сроки годности выходят, или это ненужный товар, он очень нужный, он высоко продаваемый, но iHerb привлекает таким образом своих клиентов, и интересные для них товары очень часто бывают со скидками до 60%, поэтому обратите внимание. Качество очень хорошее этого чая, у него приятный такой легкий аромат. Такого пакетика хватает на большой чайник, и это очень хорошо заваривающийся чай. Ну, в общем-то, у меня муж любит такие вот крепкие довольно чаи пить. Я иногда тоже к нему присоединяюсь. Ну, конечно, разбавляю или лимончик кладу, что-то. Ну, это caffeine free, то есть здесь нет кофеина. Что вы можете выпить красный, черный, зеленый, любой крепости чай. Ароматный, красивый на ночь, и вы будете прекрасно спокойно спать. Это натуральные органические сорта чая, которые не поливаются никакими химикатами. Там есть и зеленый, и черный, и вот и такой красный, да, просто для разнообразия я взяла. У кого проблемы со здоровьем, проблемы с высоким давлением, обратите внимание, покупайте себе вот такой вот чай и просто будете пить в любое абсолютно время. Это были все мои покупки с iHerb на сегодняшний день. Все, что я могу сразу же использовать сейчас. Обязательно пишите комментарии. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их. И также сообщайте, пожалуйста, какие темы были бы интересны лично для вас. Косметические, не косметические, любые, кулинарные, какие угодно. Спасибо, что были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!